Так, ну что, продолжаем. Так, ласковец, ищи настоящее американское кафе Папы Джо. Там ты встретишься с суперчудилой. Смотри, не прокались. Что это? Эй, ты! Да, ты! Хочешь узнать секрет? А? Я тебе не скажу, потому что ты сраный нацист и предатель. Ага. Это все, что есть? Господи боже. Бать, тут дохуя куда можно пойти, блядь. Хуя там нацистов, блядь. Ну тут что-то и нету ничего. Рецензия на книгу «Дневники Трамбауэра». 1 июля 1961 год. Вашингтон. «Дневники Трамбауэра». Леденящий кровь роман в жанре так называемой альтернативной истории. О том, что могло бы произойти, если бы в войне победили союзные державы. Его автор, лауреат Нобелевской премии Инго Креймер, роман начинается с катастрофы, которая приводит к разгрому Великой Армии Рейха. Главный герой Питер Трамбауэр. Пилот воздушного судна, в реальности сбросил легендарную атомную бомбу Дербиштрафер на Манхэттен, сбит на подлете к Нью-Йорку. За считанные минуты до запуска Трамбауэр сумел выжить и добраться до берега, где встретил группу колоритных борцов за свободу. Вскоре послужится как последние арийцы. Армия добра повержена, и цивилизация погружается в пучину хаоса, выраженное и разложение. Именно в этой мрачной антиутопии Трамбауэр и его отважные соратники-арийцы ведут борьбу с сигом глобального режима. Это, пожалуй, лучшая работа Креймера на сегодняшний день, при том, что на счету этого автора такие шедевры, как «Помни о родине» и «В тебе бьется немецкое сердце». «Приветствие» захватывает с первых же страниц, а персонажи настолько хорошо выписаны, что кажутся живыми. Но еще важнее всего, книга заставит читателя содрогнуться при мысли об обществе, где правят евреи, гомосексуалисты и прочие выродки. Некоторые сочтут роман оскорбительным, но в него заложена последняя надежда, а именно надежда является опорой Великого Рейха. Оценка 4 звезды из 4. Блять, там офицер, сука. А чё, тут ничего нету, да? Американское кафе Папы Джо. То, что надо. Посмотрите на себя, празднуйте собственную погибель. Идиота! Вам пойдем. Was hast du heute gelernt, Peter? Не знаю. Всякое. Учи немецкий, сынок. Он тебе пригодится. Что значит всякое? Das der Führer ist ein großer Autor und Maler. Sehr gut, mein Junger. Бобби сказал, что Фюрер написал Мона Лизу и изобрел атомную бомбу. А потом мотнул меня головой в унитаз и смыл. Это ужасно. Кто-то должен научить Бобби манерам. Бьюсь об заклад, его мама за этим не следит. Обещай, что будешь держаться от него подальше. О, ты меня слышишь, Питер? Это же я. Выбери что-нибудь из меню. Жаль, что тайная полиция арестовала нашу служанку. Когда мы теперь отведаем настоящей домашней еды?
Ладно. Мама, можно чили? Иду, иду. Конечно. Yes. Если нас обслужат в этой богом забытой дыре. О, здрасте, сэр, присядьте. Сейчас я к вам подойду. Мэм, что можно вам? Чили? Мы закрываемся. Да, мы возьмем с собой и уйдем. Так, дайте мне... Бласковец, чудило в курсе, что ты хочешь напасть на Обер-команда, но знать не знает, что ты идешь туда с ядерной бомбой. Ты должен ему сообщить. О, бля. Пойдем, Питер, поедим в другом месте. Мам, никаких но. Не... О, Питершон. Спасибо. Хорошего дня, мам. Ты сделай клубничный коктейль, пожалуйста. Комендантша, блядь. Я надеюсь, у тебя нигде ничего не горит. Если так, я лучше потом зайду. Пожар, если что, подожди. Гляд бешен, да. Клубничный коктейль сейчас будет. Пожарный, у тебя знакомое лицо. Очень арийское, кстати. Ты из первой станции? Вот, комендант. О, vielen Dank. Так, ты, покажи-ка свои документики, пожалуйста. Да. Обожаю клубничный коктейль. Как по мне, лучшее, что есть в Америке. Он так прост: молоко и мороженое. А вот остальные пункты меню надо бы поменять. Сделать их более немецкими. Да? Скажи мне, ты местный Джон Смит? А? Здесь написано, что ты с шестой станции. Где находится шестая станция? Я не слышал про такую станцию. Отвечай. Kommandant, Sie werden vom Oberkommando verlangt. War das nicht Zeit? Trink gerade noch meine Erdbeermilch. Leider nicht, Kommandant. Das Oberkommando verlangt, Sie umgehend zu sehen. In Ordnung, ich komme schon. Тебе доверяю, Бласковец. Но вдруг на самом деле ты носишь маску Уильяма Джея Бласковица, а под ней рожа гнусного рептилоида. Ну? Говори пароль от Грейс. Никакого пароля нет. Вот. Снимай маску и покажи морду свою, рептилоид. Суперчудило, опусти пушку, а то сломаю руку и вырублю тебя. Да я узнал тебя, жуткий Билли. Придуриваюсь, чувак, пошли. Пойдем. Так. Сюда. Итак, это как бы центр управления. Жаль, не успел я тут прибраться как следует. Ты уж меня прости за это. Вот. О! Вот это крутая вещица. Никакой сигнал не пропустит. Защита от любых приборов для чтения мыслей. Как там Грейс? В норме. А Эйби как? Все с ней чудесно. Обожаю ее. Даже когда она на меня писает, прикинь. Может, тогда еще больше. Вот, блин, засранка. Так чем ты тут занимался, суперчудило? Здесь-то? Мы с папой здесь собирали и хранили доказательства правительственного заговора. Печеньку? Нет. Хочу вкусную. Это было больше 10 лет назад. Летом 47-го. В тот год я сначала завязал с адвокатурой. Он потом вступил в Черный революционный фронт после того, как снял с Грейс сложное обвинение в убийстве, сфабрикованное ФБРовскими погаными свиньями. В общем, как-то вечером папа услыхал сообщение на полицейской волне. Мы поехали на север к ранчо Мёрфи.
и увидели, что там разбилась штука, похожая на летающую тарелку. Тут, конечно, сразу прискакали гребаные вояки и быстренько оцепили округу. Не пройдешь. Впаривали какую-то лажу про метеозонд. Разумеется, они врали с три короба, потому что мы сумели добыть настоящий вещдок. Вот, посмотри-ка. А? Намыл эту красотку на месте падения. Разве это похоже на деталь от метеозонда? Здесь мы начали вести архив и плотно наблюдать за действием военных, дай сюда. Тут все папа строил. То есть ты видел инопланетный корабль? Ну, я не утверждаю, что это была летающая тарелка. Но что-то явно неземного происхождения. Понимаешь меня? Это звенья одной цепи, чувак. Проследи причинно-следственную связь и окажешься на секретной подземной базе в 10 километрах от Розуэлла, рядом с парком Bottomless Lakes, зона 52. Наши власти захватили летающую тарелку пришельцев и теперь держат найденные технологии и тела в подземном хранилище. В этом замешаны все. Свиньи из ФБР, военные свиньи, даже сраный хряк-президент. Ты понял, да? Глянь-ка на эту хрень. Зона 52, 51, вот тут зона 48, зона 56. По всему юго-западу абсолютно. Невада, Нью-Мексико. Это один гигантский комплекс, связанный подземной железной дорогой. Посмотри на фотографии. Плазменные пушки, контроль над разумом, долбанные антигравы. И когда наши сыкливые власти отдали все это сраным нацистским свиньям, новые хозяева заняли эти базы и стали проводить другие эксперименты, притворяя в жизнь свои фашистские планы. Погляди-ка. Вот это все военный комплекс «Зона 52», да? А вот здесь нацистские командиры разместили свое сраное оберкоманда. А здесь под ним огромное хранилище, набитое странной техникой. Инопланетное дерьмо. Оно там, внизу, точно. Я сам не видал, но я клянусь тебе, оно там! Не знаю, чье это, но точно не мастер. Ладно. Никто точно не знает, с чем мы имеем дело. Но, скорее всего, это разработки пришельцев. Это не пришельцы, я спросил Сета. А тебе-то почем знать? Ты у нас что, эксперт по внеземным формам жизни, что ли? Слушай, я много лет проработал адвокатом, и теперь заговор за версту чую, умник ты сраный. Ну ладно, я не утверждаю, что это пришельцы, ясно? Но тут любому дебилу понятно, что это гребаные пришельцы. Так. У меня тут ядерная бомба в огнетушителе. Ладно. Понял. Я не хотел тебя задеть. Грейс сказала, ты знаешь способ проникнуть в оберкоманду. Отведи меня туда, и с помощью бомбы я распылю всех нацистских генералов на молекулы. Да. Да, конечно. Это просто чудесно. Я помогу тебе. Папа прокопал тоннель до подземной железной дороги, соединяющей секретные военные базы. Он ведет прямо к грузовой станции зоны 52. Ясно. Ну вот. Так. Положи-ка ты эту бомбу. Что ж тут за говно такое? Вот, в рюкзак. Руки тебе нужны для стрельбы. Ладно. Там полно нацистов. И не только. И вот. Будем общаться по радио. Если что, я помогу. Эй. Смотри в оба, бласковец. О. Это дробовик, да? Иди по этому туннелю и попадешь на грузовую станцию. Самый быстрый способ попасть в зону 52 – сесть на один из их грузовых поездов. Ну, пойдем. Кэролайн, ты слышишь? Думаешь, все видят мое угасание? Без твоих крыльев я бы упал. У них поезда на реактивной тяге.
блядь. Вроде не запалили. Пойдем на картах, бог. Увидели, что ли? Ну-ка, это не офицер, блядь. Да тут можно было, конечно, и по стелс пройти. Подожди, а тут есть что? Отлично. Надо бы улучшить свое оружие. А ты не улучшил? Нету. Бля. Подожди-ка. Патрики, патрики надо собрать. Патрики всегда нужны. Хуя себе. Что это такое? Электронное письмо коменданта Хумеля от комендант Вульфранг, Вульфганг Хумель. Кому? Железнодорожная станция, зона 52, дата 4 июля 1961 год.
Босс психует, ребята, вы видели этот груз? Мы должны были получить груз из Румынии, 4NG1. Этот артефакт может оказаться настолько важен, что археологи обоссались от восторга. Но в лабораторию он не попал. Где он, черт возьми? А Бергаманда на меня уже наседает. Люц Майер. Если кто знает, сообщите, у нас тут ребята на нервах. Хумель. Записка Люца Майера. Список дел Люца. Поручите возню с артефактом Вольфгангу. Записаться на прием к психологу, записать слуховые галлюцинации, попросить Вольфганга убрать все артефакты из моей лаборатории, подать заявление о переводе в другой отдел. Запросить новую группу рабочих из резервации Мескалера для расширения западного участка. Что это? Как будто, блядь, это с 90-х, блядь, фотки такие, да? Тут ничего нету. О, смотри, броник, блядь. Сука. Офицерчик тут еще оставался. Золото, да? Еще что-то. Что это такое-то? А, электронное письмо Стива Джонсона. От Стива Джонсона. Кому? Люц Майера. Дата 3 июля 1961 год. Высказали интересную точку зрения. Люц. Артефакты даты Хута поначалу кажутся почти магическими, но раскрывая их тайны, мы понимаем, что все они созданы технологией. Превращение магии в науку является проклятием научного мира. С каждым днем наш мир становится все сложнее, но если мы с трудом понимаем эти точности, как можно было изготовить эти устройства в эпоху, когда, скорее всего, не существовало даже научного метода. Вот в чем заключается главная тайна. Кстати, вы уже слышали про научный исследовательский центр в Австрии? Там рухнуло целое здание, много погибших. По слухам, там было что-то не так с бетоном. Я волнуюсь, потому что там работал Генрих. Буквально на прошлой неделе мы говорили с ним по телефону. Все, да? Нихуя не все. Письма американских граждан. Спасибо, Германия. Прислал наш читатель Марк Джонсон. Спроси меня кто-нибудь до освободительной войны. Вижу ли я себя жителем Великого Рейха? Я бы ответил, никак нет. Что ж, теперь я понимаю, что раньше был полным олухом. Позвольте объяснить. Каждое утро я просыпаюсь в своей мягкой постели здесь, на американских территориях, и думаю, слава богу, что немцы пришли и спасли нашу страну от морального упадка и разложения. Раса белых американцев постепенно вырождалась, потому что наши безрассудные политиканы наплевательски относились к своему долгу. Почему я должен стыдиться того, что я белый, и скрывать свою гордость? Ведь теперь ученые доказали, что мы превосходим по развитию все прочие расы. Теперь мне больше нечего стыдиться. Я благодарен за это нашему любимому фюреру. Страница порвана пополам. Все, да? Ладно. Ну, больше, в принципе, ничего нету. А туда, наверное, не спуститься, блядь. Все-таки спуститься-то можно. Бля, подожди, что-то тут еще было. Что это? Макарчик этих дохуя, да? Ну, в принципе, тут ничего такого нету, бля. Чтобы прям... А вот карточка еще одна. А нахуя они вообще нужны? Нахуя их собирать-то надо? Чё это? Электронное письмо генерала Энгеля. От генерала Энгеля. Кому? Все
Старший офицер, дата 4 июля 1961 год. Жуткий Билли почему-то до сих пор на свободе. История не знает более могущественной армии, чем наша, и более оснащенной разведки, но он по-прежнему терроризирует и убивает людей. И фюрер, я считаю недопустимым тот факт, что этот нелюд до сих пор не пойман. На случай, если вы не поняли, поимка Уильяма Джей Бласковица является нашей первостепенной задачей. Не подведите меня, не подведите фюрера. Что я нашел-то опять? Фотки, фотки. Ну хп тут дохуя, пиздец. Ну ладно, похуй, давай. Вроде больше нету. О. Так. Реактивный двигатель на пути. Лезь и запускай его, старина. А, я всех убил. А где он? Ну уж сюда наверх. Задачи. А как это все улучшивать? О-о-о. Ну, короче, понял, всякую хуйню надо искать, но она нахуй вообще не надо. А, ёпта, ведь навык есть. Убийство во время прилива сил. Убивать врагов в режиме прилива сил. Награда. Хуй, тут, короче, какие-то навыки есть. Запустите реактивный поезд. А как? А где этот реактивный поезд? Вот это надо. По-любому он. Золото. Ага. Блять, а как его запустить-то? Как запустить-то? Может, туда надо вернуться, в эту хуйню? Как вы думаете? Вроде нет. А что надо делать? Оно мне не показывает, нахуй. Куда мне идти-то? Сюда не зарезает, да? А что зарезает? Только тут нихуя нету. Ну что, давай тупить еще, хули искать, что там, к чему. Блять, и что ж тогда делать? Ну подожди, вот эта хуйня не она? Нет? А, вот. А как туда залезть?
Блять, сука. Ну что это было? Что-то было взять, нахуй знаю. Так, а как туда попасть-то, блять? По-любому где-то сверху должно залезть, там глаз должен быть какой-то сверху, да? Не берет, ладно. Знаешь, непонятно нихуя, что делать надо. Так, значит, мне наверх, на платформу, значит, получается, на крыше должно быть, да? Давай попробуем залезть. Вперед и захвачу управление. Надо сначала доехать, надо. Или все. Что это такое? Какое-то оружие новое нашел. Все, она доехала, да? Ладно. Патронов на дробовик много, а я не юзаю. Во. Любите масса, чуваки. Сюда, пожалуйста. Тут ничего нету. Не, еще я понял, короче, в вагоне тоже находится повсюду, блядь. Чмыри ебаная. Максимум все, максимум. Че это было? А че это взять-то было? Где-то хпшка была, блядь. Вот где-то здесь. Здесь. О. О. И где она? А, вот. А, вот забрался. Да, порыщемся тут. Она едет, да, куда-то? А, да, едет. Ну, нихуя нету, короче. Ладно, пойдем дальше. Сюда не надо, блядь. Надо наверх. Сто пудов. Иди нахуй. Все что? Какие барды, бля. Кто это?
А, ну я тут вроде был. Подожди, а лазерная хуйня это вот так. Да, она жгёт, ну чё ты. Хуй там робот находит, блин. Понял, с дробовиком. А, так ты, сука, не сдох. Ну, такое. Да кто знал, что это робот ебучий, такой сильный, блядь. Хавно, блядь. Чё, давай тогда продолжим следующую серию, наверное, пацаны.